Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и приветствие пророку нашему Мухаммаду, его роду и всем его сподвижникам. Братья и сестры, мир вам, милость и благословение Аллаха. Мы встречаемся с буквой «за» и «полагаться, доверять». Полагание на Аллаха и доверие ему сопряжены с верой. Полагание на Аллаха – важный вопрос. Раб знает, что Всевышний Аллах могуч и способен на всякую вещь, поэтому он полагается на своего Господа. И он знает, что пророк, мир ему и благословение, сообщил, что если бы все люди собрались, чтобы повредить человеку чем-нибудь, то не смогли бы сделать ничего из того, чего не предопределил бы ему Аллах. Верующий доверяет и полагается на своего Господа, предоставляет дело ему, только лишь у него просит о помощи, только на него уповает, веряя ему все, в религиозных и жизненных вопросах. Полагание на Аллаха является частью упования на него. Полагание на Аллаха – это высшая степень предоставления дел Аллаху. Это покой сердца и полное подчинение Аллаху, велик он и всемогущ. Полагание на Аллаха позволило матери Мусы, мир ему, бросить своего ребенка в море. Она видела морские волны, но положилась на Аллаха, доверилась ему и сделала то, что он повелел. И когда она положилась на Аллаха, он дал ей то, о чем обещал. Полагание на Аллаха заставило Мусу, мир ему, когда он убегал от фараона и его несправедливости с сынами Израиля, когда фараон и его войско почти настигли Мусу и бежавших с ним, и сыны Израиля сказали, что они сдаются и им некуда бежать, وأحبطوا وقالوا مستسلمين لا مهرب ولا نجاة إن لمدركون. Они сказали, что фараон и его войско позади их, а впереди только море. Куда же им бежать? Однако Муса, мир ему, полагался на Аллаха полностью и сказал. Сказал, что он поможет ему, сохранит его и не выдаст его врагам. Таковым был и наш посланник Аллаха, мир ему и благословение. Он полагался на своего Господа полностью. Когда он был в пещере, а неверующие были у ее дверей вверху. И когда сказал Абу-Бакр, «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, если бы они посмотрели себе под ноги, то увидели бы нас». Тогда пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, так Аллах Всевышний спас его. Братья и сестры, сподвижники подали нам великий пример в полагании на Аллаха. В битве при Ухде было много раненых и умерших. Покинув Ухд, сподвижники знали, что неверующие курейшиты пойдут за ними, чтобы убить их. Аллах Всевышний сказал об этих сподвижниках. فقال تعالى عن هؤلاء الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كانوا واثقين بالله. Они полагались на Аллаха полностью, верили, что Он защитит и спасет их, поэтому они вернулись с благом от Аллаха, и зло не коснулось их. وهكذا في غزوة الأحزاب. И также в битве Урва. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
Полагание на Аллаха позволяет нам терпеть. Оно дает нам силы устоять в трудные времена. Полагание на Аллаха, доверие Ему, избавляет нас от нужды в ком-то другом, кроме Него. Полагание на Всевышнего заставляет человека просить у Аллаха пропитания. Аллах полагается на то, что в его руках, и не нуждается в помощи людей. Сказал Амир ибн Кейс, «Есть три аята из книги Аллаха, с помощью которых я перестал нуждаться в чем-то ином. Я прочитал слова Аллаха. И узнал, убедился, что если Аллах захочет повредить мне, то никто не сможет избавить меня от этого, а если захочет дать мне благо, то никто не сможет забрать его у меня». Прочитав слова Аллаха, «Я занялся поминанием его, оставив иное». Прочитав слова Аллаха, «Я узнал, убедился и еще более доверился Аллаху, так как мое пропитание никогда не заберет другой. О Аллах, мы просим Тебя сделать нас уповающими на Тебя и обращающимися за помощью к Тебе. Просите о помощи у Аллаха, братья и сестры. И просим великого и всемогущего Аллаха просить нас. Мир вам, милость и благословение Аллаха».